представители проекта «Будь в курсе» Саша Джити и Артем Фен. А, ребят, за что получили премию? Там мы не знаем. Дали вот что. Дали, за что-то. А что написано-то на награде? Лучший хип-хоп-проект 2012. А, тебя не слышно, говорю я. Лучший, ты говори, я повторяю. Лучший хип-хоп-проект за 2012 год. Окей. А будь в курсе, в чем смысл вашего проекта? Смысл вашего проекта о том, чтобы сообщить новосибирским и не только новосибирским слушателям о том, что у нас происходит в городе. Очень много хороших команд, очень много людей, которые что-то делают и делают это хорошо. Но информационной поддержки им в этом не хватает. А вот 2012 год запомнился больше какими событиями? Вот все, что прошло в 2012 году. Какая самая была яркая вечеринка или самая провальная вечеринка какая была? Самая провальная вечеринка? Было две вечеринки. Первая, короче, это была грин-пати, а вторая вечеринка это была... как же называлась? Рэп-актив. Они не собрали народу столько, чтобы вечеринка прошла как бы полностью. До часов 10 продлились, скажем так, репетиции. Потом приехали, скажем так, организаторы, которые выбирали тех, кто будет хедлайнерами какого-то большого проекта рэп-актив. Впоследствии в 11 часов всех выгнали и начались разборки на улице. На улице было веселее, чем внутри. А грин-пати это сделали школьники, которые вообще не понимали, заставляли жрать бумагу зрителей на конкурсах. Кто быстрее сожрет лист бумаги, тот выиграл. Пьяные ведущие. Да, пьяные, где пьяные ведущие был. Понятно, то есть... что происходило. Вот, но это как бы самое провальное. Какое было самое крутое? Самое крутое, думаю, ты согласился, это был Milk Battle, где был Витя Классик. Да, где Витя Классик, там была вообще крутая тусовка. Это самая крутая тусовка за 2012 год была. Туда собрались не только новосибирцы, но и из дальних городов. С Улан-Удэ приехали, с Иркутска. Да, и при том выиграли, кстати, Milk, это не новосибирцы, это как раз вот... Из Иркутска, да, из Иркутска выиграли. Это было самое крутое рэп-баттл в Новосибирске 2012 год. У вас есть какие-то изменения, что ли, в курсе? Планировал очень давно перевести формат интервью в рамки ток-шоу. Я очень это долго хочу, пока не хватает, скажем так, возможностей. Но я думаю, если у меня все получится и сможем мы реализовать это, то в новом сезоне, в осени, то есть мы это сделаем. Это будет именно ток-шоу со зрителями, которое будет сниматься в каком-то заведении с множеством камер. Но это только в планах, и не факт, что это получится. Я в целом думаю, в этом году появится еще новый видеопроект, а будет в курсе помимо вот новостей. Планов много, реализовать нам вдвоем очень сложно это. Это вырежут. Саша, завязывай. Так вот. Я победитель. Я лаурят. Я победил. Саша. Репост новости. Приходите к нам на проект. Будь в курсе. А мы сейчас собьемся, это будет в курсе.